короткое видео по органам управления в iPad 7 Pro, которое не вошло в предыдущее короткое видео. Селекторный переключатель, классик. Селектор очень мягкий, едва ли чувствительный. Ну понятно, он безграничный. Некоторые кнопки в двух режимах работают, да, это можно видеть. Очень аскетичный корпус, брутальный аппарат. Полагаю, что и по звуку будет такой же. Ну вот, пожалуй, из новинок моноблоков в видео на данный момент это все. Остальное уже у меня на канале есть, я уже ранее снимал.